Шеметовской амбулатории приступили ко второму этапу реконструкции. Работают учреждения в здании бывшего детского сада, старой постройки. Работы начались в прошлом году. Отремонтировали крышу, асфальтировали прилегающие территории. Сейчас в здании укладывают плитку и устанавливают сантехнику. Приемный и дневной стационар готовятся к переезду из левого крыла здания в уже готовые помещения. К слову, амбулатория не прекращала работу на время ремонта. Сейчас идет отмывка, уборка. Завтра планируется переезд, чтобы нам освободили 10% для продолжения работ. Что касается наружных ремонтных работ, утепление и облицовка фасада закончены на 65%. По окончанию всех работ амбулаторию оснастят новой мебелью и оборудованием. Привычное для жителей расположение кабинетов сохранят. Работа государственного аптечного пункта продолжится. Планируется, что обновленная Шеметовская амбулатория встретит пациентов в конце года. Мария Ревека, Сергей Кошайкин, ТВР-24.